какой, так сказать, коллапс, да, на дорогах. Дело в том, что здесь просыпаются рано и ложатся тоже рано. Поэтому трудовые будни начинаются уже там, с 6, с 6 утра, все уже куда-то спешат, торопятся. По времени мы с вами разобрались, а как мы с вами знаем, время – это деньги, да? А во Вьетнаме – это вьетнамские донги. Кто у нас уже успел? Кто строили крепит Сайгон? А город Сайгон попозже появится, это от французов. В 1859 году французы захватили Сайгон, решили выбрать Сайгон для самой первой захватки Вьетнама. Так как Сайгон, тогда считается как самое слабое звено защиты Родины. Так что очень жаль, что одним утром французы захватили крепость Сайгон. Новый проспект города, как час концевой линии, на левой стороне, увидите такой длинный проток. Во время войны здесь был такой грязный проток, известный, самый известный сайгон. Когда американцы еще были здесь, они хотели осадить этот район, не могли делать. Ну вот, вы смотрите налево, час таких домов еще остаются. Вот. Видели, да? Да, очень страшно. Это еще намного причиннее, чем во время войны. Очень грязно было, очень страшно. И каждый раз, каждый год, когда сезон дождей, то тут это малярии страшные. Потом, после войны, когда мы осадили город Сайгон, то самая первая срочная задача, это надо осадить этот район. Потому что отсюда это инфекция по всему городу, малярии. Криминал. Вот. После войны у нас ничего нет. Очень бедная страна. Ни промышленности, ни сельского хозяйства. Денег нету. И мы тогда попросили взять деньги у Международного банка. Так, что? Если учиться могут. Ну и городские, в основном городские, старались. Так социализм, да, с рыночной экономикой. Так что это есть очень богатые люди и есть очень бедные люди. Вот так. Раньше я видела, что мы все одинаковые.
А сейчас есть очень бедные люди и очень богатые. То я не знаю, как у вас, у нас во Вьетнаме есть люди, да, которые строили такие шикарные дома, и все внутри, это позолочено. Все туалеты, все...